всегда, в чем будет у вас с вами Спунчик? Я приветствую вас, мои дорогие подписчики. Нашел тут упоротую игрушку, которую можно будет, наверное, пару раз в неделю выпускать. Так, для разнообразия пусть будет на канале. А что, они все меня ждут? Какое-то событие, что ли, произошло? Здесь в основном чем надо будет заниматься? Ух ты. А, мне это еще и дамаг наносит, только у меня пока жизни и ничего нету. Исследовать мир, решать головоломки и угорать над упоротостью игры. Сын, подойди. Сейчас подойду. У нас закончилась вода, пожалуйста, сходи к трубе и сделай с ней что-нибудь. А. Сходи к трубе и что-то с ней не так. А вообще труба похожа на Марио. О, а это что такое? Не, я даже сейчас никуда пока отойти не могу. Вы меня не пропускаете, а почему все грустные такие? Почему у нас нет воды? А я еще и, оказывается, принц. Неплохо у вас тут. Эй, возьми. Вы мне еще и сразу меч даете? Меч не так уж и опасный, если у вас есть меч, наносит 20 урона. Как я... А, он нормально. Я его тоже могу ударить. Ну, ему, по-моему, пофигу. Удачи, он мне еще и удачи пожелал. Такое ощущение, как будто по нему вообще не бил. А, так это колодец тот. Ладно, с кем мне здесь надо будет сражаться? Здесь по-любому кто-то будет. Какие-нибудь паучки здесь. Опа. Что это было? Приседать здесь, правда, неудобно немного. Здесь кто-то в этих трупах разговаривает. Это что ли кто-то все разобрал? Это мы так собираемся? Кто такой? Я тебя затыкаю сейчас. Ты ко мне не подходи, я опасный. А мне уровни за это давать будут? Видимо, нет. Даже хпшки там сверху над ним не писали. Тут еще один. Он же тоже маленький. Что-то я не подумал об этом. Что он ко мне тоже залезет сюда. Это они у нас всю воду украли. О, печеньки. Это что это я такое могу с ним делать? Не знаю, как-то вроде отыкаю. Инвентаря, походу, у меня тоже нету. Там что-то есть, кстати. Но я пока туда даже добраться не могу. Да, вот приседать не очень удобно. Сюда тоже залезть можно. А постойте-ка, типа, если бы... Не, я туда сначала хочу. Тем более мне игра сейчас позволяет туда дойти. Что у нас тут? И опять эти места, такое ощущение, как будто мы все из колодца повылазили. О! Это я люблю. Монетку еще надавали. Радость какая. Вот ты уже первый секретик. А я в трубу могу залезть? Может, меня сейчас какой-то тупик заведет? Я еще одну секретную зону нашел. Только начал играть. И уже столько секретных зон. А что будет, когда я все 30 монеток соберу? Опа, что это такое? Максимальное здоровье плюс 5. А, спасибо. Так, X это у меня кнопка, чтобы можно было подбирать все это. Я же говорю, здесь секретов до хрена.
Оружие как-нибудь можно менять? Хотя у меня сейчас ничего и нету, кроме одного меча. А ведь там стражник был, который находился в крутой броне. Он знал, что делал, при том, что сколько раз я его мечом бил, ему было без разницы. Почему он сам сюда не пошел? Неужели этот принц настолько обленился, что отец решил его сюда заслать, как только удобно этот случай появился? Чтобы он не лежал дома в кровати, а работал. Это что, наши враги, синие человечки? Еще немножко, чтобы они не смогли его починить. Уроды! Синие! Иди в деревню синих и поговори с королем. Я пойду с тобой в деревню синих, иди. Если ты найдешь золотые бочки, положи в коробку, чтобы получить новые улучшения. Размер кошелька можно себе увеличить. Урон, но это слишком дорого. У меня даже скорость плюс 2 и меч плюс урон 1. Ага, золотые бочки. У меня даже как новое задание есть. Вы подождите-ка, отсюда я пришел. У меня же теперь... Там кнопочка какая-то. Я же теперь могу исследовать все спокойно. Не открывается. Тут еще какая-то кнопка. Что это такое? Не, ну без скорости X2 я не смогу сейчас это сделать. Надо будет еще и улучшение открывать. Это, наверное, мне как-нибудь понадобится, чтобы потом покрасить. Ну-ка, а там у меня что? Кстати, как-нибудь тут есть кнопка бега или еще чего-то? Мне дадут, да сейчас даже и не допрыгну. У меня не получится. Ну-ка. Что здесь такое? Потрясающая игра, но он чуть-чуть, чем ее предшественница. А делать-то что надо? Прекрасно, 5 и 7. Чего? Какая-то неинтересная игра. Я даже не понимаю, что мне здесь делать надо. Кристалл мне не сломать. Ты можешь найти что-то, чтобы положить сюда? Видимо, мне еще не такой кристалл нужен. Я один желтый сверху видел, но... Я, кстати, не смог его тогда собрать. А вот и бочка. Надо ее отнести, да? Ну-ка, подожди-ка, здесь есть еще что-нибудь? Монетки есть. Я теперь себе могу купить что-то. Может быть, мне ускорение включить надо будет. Силы мне еще не хватает. Столько всего, надо будет еще потом обратно вернуться. Там же какой-то данж был. А куда это ведет? На кактусах еще фрукты. Что это? По крайней мере, красная часть намного больше. Вы так сильно раздражены... синим светом, ну еще бы они вам взяли воду уничтожили. Ага. Мне, кстати, эта бочка сейчас может пригодиться. Или вообще надо было этот камень, по идее, туда отнести. Ну-ка, а может, бочка мне даже и не поможет? Нет, тоже работает. Так. О, радиус удара мечом увеличен. Мы врагов, которые находятся намного дальше, спасибо. И что эта кнопка мне дает? То, что я на нее нажал. А, может... О, здесь закрыто было или нет? Нет. Не знаю, если честно. Там еще один сидит. Ты что мне скажешь? Для большого здоровья смешай зеленые листья с водой в соковыжималке. Вкуснотища. А, для большего здоровья. Но у меня нет никаких пока листьев, ни соковыжималки, ничего такого нету. О, здесь губка какая-то есть.
Видишь, ну, этот гигантский красный кристалл за скалами? Тебе туда. Это там деревня синих находится? Меня вообще должен был, по идее, тот чувачок сопроводить. Восемьдесят звезд каких-то еще надо найти. Трава. Что здесь есть? Скорость x2. Или увеличение кошелька. Возьму пока скорость. Во, наконец-то. Вот это я понимаю. Ну-ка. Да! Я теперь сюда и запрыгнуть могу. Так, мне еще и монет на увеличение кошелька хватает. О, смотри-ка. Да-да, я уже понял про твои золотые бочки. Сейчас принесу, подожди. Что это такое? Принеси мне золотые бочки, чтобы получить улучшение. Так, зачем мне тебе их таскать, если... Я прям когда к выходу подхожу, как-то все это очень страшно звучит. Так, где моя бочка была? Тоже закрыто. Опа. Еще больше здоровья на плюс 5. Я только игру начал, я еще даже из деревни не вышел. А уже столько всего разного понаходил. Хотя бы скорость себе прокачал. Надо еще будет понять, как соковыжималкой пользоваться. Где мне... Регенерация здоровья. Мне еще одна монетка нужна где-то. Я же, получается, могу сейчас и сюда зайти, да? Да, мне хватило. Здоровье врагов теперь показано. Позволяет видеть вражеские полосы здоровья и сколько урона вы им наносите. О, это то, чего как раз мне не хватало. Я же тогда еще про это и говорил, почему я не могу все это видеть. Так, ну никак где-то здесь в деревне есть еще одна последняя монета, которую я не открыл. Сюда как-то попасть можно, но я еще не знаю как. Может, мимо самому в белый покраситься? Не, так это не работает. Только не говорите мне, что я все деньги из этой деревни вынес уже. Не может быть, где-то одна последняя монетка должна лежать, которую я не заметил. Я хочу себе перед выходом отсюда регенерацию еще взять. Одна монетка, может быть, в этой есть, внутри соковыжималки? Не, нету. Да, я понимаю, что мне туда, но ты подожди, ты... Я очень... У меня здоровые проблемы. Мне нужна еще одна последняя монетка, которую я не понимаю, где мне достать. Дома, может, у меня где-нибудь лежит. Там сверху даже проход какой-то был. Опять туда спрыгнуть, но это бесполезно, я там все достал. Опа. А как мне? Опа, ну я же говорю, здесь где-то что-то есть, где-то они лежат, я их прям чувствовал все это время. Я знал, что я смогу их достать. Я себе регенерацию и урон меча смогу теперь взять. Аж настолько все круто, кстати. Туда я сейчас точно не залезу, но наверняка тоже можно. Больше нигде таких окон нету. Может, с крыши как-то... Да, с крыши можно залезть. А это, видимо... Как-то по-другому уже открывается. Ну ладно, я взял то, что хотел. Пошли, пошли, друг. А, это вообще королева? Ладно. Так. Как получишь словарь куб, приходи снова. Хорошо, обязательно зайду. Один на секунду. Хо, чуть-чуть. Там бочка, попробуй донести ее продавцу и получи новое улучшение.
у меня сейчас атака улучшена. Плюс регенерация ХП есть. А, они вечно будут, да? Здесь появляться. Бочка, вот она. Ты что делаешь? А, она заново ее респаунит. Это больше похоже на какую-то пушку, если честно. Как она работает? Ага. А как там в нашей деревне появились синие доски? Это какой-то заговор. Если красные доски, к примеру, я могу разрушать, а синие нет, то их, значит, кто-то там поставил? Может быть, это специальное разведлогово синих? Там повстанцы живут? Я поэтому туда попасть не могу без секретного ключа, который они используют. А куда бочка-то улетела? Чуть сюда как-то, наверное, можно будет пройти. А чё мне ее пробовать донести-то? Она же легко доносится. Ну-ка, это что такое? Угу. Вы смотрите-ка. Хм. Я еще одну бочку случайным образом нашел. А, я так не могу. Это специальная охранная система, чтобы я не смог обычные бочки сюда притащить. Ну ладно. Ну ладно. Ты смотри, что это такое? Силовой куб. Если ты на золотые бочки, приноси их, чтобы получить новое улучшение. У тебя еще и золотой куб здесь появился. Да у меня прям все очень-очень круто идет. Землю кто-то гвозди тут вбивал. А что ты мне про вторую бочку? Кстати, а куда он убежал? Он мне, возможно, вообще в ловушку хотел какую-нибудь затащить. Опа, подождите-ка, здесь что-то есть, да? Здесь есть монетка какая-то. Не достаю. С бочки не... Почему я так мало... медленно прыгаю? Давай, подходи, у меня так усилено. Регенерация ХП прокачана, вам меня так просто живым не взять. Там он тоже находится. Ща я еще одно улучшение получу. Я так просто все это не оставлю. Опа, что это такое? Максимальное здоровье? Ты уверен, что тебе надо золотые бочки таскать, а не твоему другу-торговцу? Там какая-то кнопка горит. Прям на самом верху. А вы откуда здесь взялись такие интересные? Такой толпой. Эй! Что у тебя случилось? Силовым кубом ты можешь достать туда... оттуда бочку и перенести ее в магазин. Только силовым кубом? А чё, у меня так не получится, что ли? Или она там разбивается сейчас обо что-то? Вражеский респ, видимо, мне не разбить. Там наверху ещё что-то есть. Я мертв! Нет, я-то думал, там такие черные места, это... Я в этом болоте рисуюсь? Я тут думаю, какое-то странное подозрительное место, а это оказывается мурез. Или может я из колодца вылез, как и все остальные. Ну хотя бы особого сильного штрафа нету. А силовой куб мне нужен, чтобы можно было как-то перегородить. Да, а хотя здесь вот даже знак есть, то что туда опасно прыгать. Ну нет, надо было проверить, мало ли, мало ли. А если... А почему я тоже не могу так по веревке лазить? Мне еще пару монет надо. Это силового куба. Я пойду с тобой, открою эту дверь для нас. Сейчас разберемся, сейчас откроем, подожди. Я этим и занимался все это время. Я что-то открывал, я что-то разбирал. Нам нужен двойной прыжок, чтобы попасть туда. А, тебе нужен даже.
места. Подожди. Здесь очень интересные места. О, секретная зона. Ну, правда, она не такая уж секретная. Сюда можно было лут. В смысле лут. Враги теперь дропают монеты или здоровье, когда их убивают. Ты получаешь больше монет, когда здоровье полное. О! Я такие штуки люблю. Вот за это спасибо. Монетки, везде монетки. Везде что-то есть. Каждый угол надо осматривать этой карты. Так, подожди, двойного прыжка у меня пока нету. Но я в скором времени. Опа, опа, дай мне монетку, да? Ты же можешь мне что-то дать? Я теперь еще и гопником заделался. Я могу... спокойно из всех этих бедолаг деньги вытряхивать. Дай мне свои деньги. Где в два раза больше монет, которые мне обещали? Теперь я тут местный гопник. Работаю на этого джентльмена. Удерживайте ЛБ. Так, это как? ЛБ, где у меня? Вот это ЛБ. Ага. И я могу так силовой куб достать. Великолепно. Опа. А, я его даже под собой могу сделать. Чтоб я залезть мог. Удобная штука. Очень-очень удобная штука. Я и там силовой куб мог поставить, чтобы достать ту бочку. Ну, ту бочку я уже раньше смог достать. Смотри. Сейчас я оттуда еще и бочку достану. Куб поставлен. И все. Проблем больше никаких нету. Где моя бочка? Какую на этот раз он мне способность подарит? Эй, там наверху есть спрятанная бочка. Подожди, я сейчас подойду к тебе, я снова вернусь. Двойной прыжок, 36 нужно. Я так понимаю, мне с этой местности особо лучше не выходить, пока я ему все бочки не смогу принести. Кстати, я теперь могу и сюда зайти. Я теперь, наверное, еще и смогу в канализации попасть. Мне, правда, не сразу. Так, ты... монетку я из тебя выбил. У меня теперь есть смысл вас избивать. Не просто из-за того, что вы мне хотите напортачить. О, здравствуй. Держишь кнопку силового куба, чтобы создать источник света. Как интересно. Тут даже есть такое применение моим способностям. Но мне не хватило монет. Мне для нового прыжка мне еще одна монета нужна. Ты меня подставил, ты меня обманул. Не, я ему дамаг не могу наносить. Он обиделся? Прости, друг. Ты меня обманул. О, дай монетку. Спасибо, прям аж в воздухе она закрутилась. Насколько она ценна была. Смотри, я нашел. Меч урон плюс 3 мне пока не нужен. Слишком дорого. Тем более я все равно не смогу купить. Еее. Теперь я могу прыгать два раза. Мало того, что я бегаю быстро, так я еще и могу далеко прыгать. Там он говорит, еще одна бочка находится. Наверху еще какой-то человечек стоит. А он там наверху, смотрите-ка, следит, следит за мной. Он, наверное, просто так нас не пропустит. Они меня в плен не возьмут, когда я к ним приду. Двойной прыжок, чтобы попасть туда. Но здесь не только двойной прыжок нужен, тут еще нужен... Опа. Тут еще нужна скорость бега. Иди найди бочку, сейчас найду. Ты что думал, я сюда просто так что ли пришел? Нет. Какие они злые.
Но они ко мне не подходят из-за радиуса, который я прокачал. Я просто могу издалека как детей избивать. Как будто руку выставил, они передо мной махают и все. Еще и деньги с них забрал. Самый страшный и сильный гопник на районе. Со мной связываться опасно. Блин, мне придется куб использовать. Я еще и волшебник, к тому же теперь. Там кактусы, страшно. А это мне надо будет как-то использовать бочку, что ли? А, туда я пройти не могу. Не понимаю тогда, как все это работает. Видимо, в первый раз за долгое время достойное испытание. Да? Так, это он бочку назад возвращает. Здесь тоже какой-то проход есть. Ну-ка. Здесь вообще прикрыто все, ну-ка. О, секретная зона, но я практически чуть не умер. Меня спасло то, что у меня было очень хорошее количество ХП. Что это за цветок такой? Не знаю. Максимальное здоровье плюс 5. Спасибо. Постойте-ка. О, я мертв. На этот раз я не смог убежать. Ладно, я сейчас вернусь. Откуда я начал? А. Я же ничего не теряю, когда умираю. Вроде нет. Так. Так. Что мне с тобой делать? Угу. Это мне надо сейчас положить сюда бочку и быстро бежать сюда, чтобы меня потом выкинуло. Да? Все? Можно ее нести обратно? Но наверняка, когда я научусь разбивать кресты, мне еще сюда надо будет вернуться. Это прям по-любому. Тем более, я где-то еще одну бочку не нашел в этой локации. Машина находится в каком-то из домов. Тройной прыжок за 30 монет. Фу, друг, я тебе сейчас эти 30 монет принесу. Ради тройного прыжка-то почему бы не постараться? Может, я каким-нибудь отгопить у кого-нибудь их смогу отжать? Ух ты, теперь здесь... Противники-то сильнее. Отдай мне монетку. А чё это вы так прокачались-то? С вами долго теперь сражаться? Мои деньги. Так, у меня же есть регенерация, кстати. Почему я не прокачиваюсь? Ладно, я тогда просто съем фрукт какой-нибудь. Можно будет сходить к нему сейчас. Ну ты подожди. Я из этого торговца хочу забрать все, что у него есть. Все, что у него есть, беру. Меч урон плюс 2. То, что мне нужно.
туда наверх попасть не могу. А как мне туда забраться вообще можно? Я еще выше запрыгнуть могу, а там... Сундук или золотая бочка? Что-то это так не работает. А как мне... Или это опять уже пока что мне сюда рановато? Мне же наверняка нельзя сразу взять и все загадки тут разгадать. Может быть, если я... Не запрыгиваю. Так нельзя, не получается. Опа, там еще что-то есть. Блин, а время-то как быстро пролетело. Я только вроде начал играть, а уже столько всего понаходил. Серию уже надо пора заканчивать. Ладно. В следующей серии продолжу. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, пока.